Портреты 10 лучших семей области теперь украшают аллею города на улице Гончарова. Все семьи – это победители ежегодного конкурса «Семья года» и прошлогоднего окружного фестиваля конкурса «Успешная семья Приволжья». Каждого из вас можно брать пример воспитания ваших ребят, вашей жизненной позиции и всего, что вы делаете хорошего, как родители для своих семей ежедневно. Семья Лифановых стали победителями ежегодной премии губернатора Ульяновской области «Семья года 2017» в номинации «Семья – хранитель традиций». Мы представляли нашу педагогическую династию, 243 года, которая насчитывает, и мы надеемся, что и мы тоже продолжим эту традицию. Большое спасибо всем, кто организовал этот прекрасный конкурс «Семья года», и я желаю всем, чтобы как можно больше участвовали, ну и побеждали в этом конкурсе. Открытие аллеи приурочено к проведению 5-го окружного фестиваля конкурса «Успешная семья Приволжья». В прошлом году победителем конкурса стала семья Идрисовых из Димитровграда. Благодаря их победе конкурс в этом году прошел на Ульяновской земле. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.